Ежегодно в стенах Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова проходит масштабное событие «Лучший студент года». Сегодня самые активные студенты нашего университета пришли, чтобы побороться за победу в различных номинациях. 28 ноября 2014 года в новом корпусе Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова прошел конкурс «Лучший студент», организованный Студенческой республикой НУК. Администрация университета проводила награждение студентов, которые на протяжении года вели активную общественную жизнь и успешно учились. Победителем в номинации «Лучший общественный деятель 2014 года» стала студентка группы 3161 Валентина Алдабаева. Лучшим студентом в сфере науки стала Ольга Ревзон, студентка группы 5141М. Лучшим студентом-фотографом был выбран Григорий Марчук, группа 3161. Первое место в номинации «Лучший староста» заняла студентка группы 2161 Юлия Ерофеева. Студентка группы 3517 из Туркменистана Хаидова Агулжумал была выбрана лучшим студентом-иностранцем. Лучшей творческой личностью года стала Алена Танких, студентка группы 3531. Лучшим бойцом молодежного отряда «Корабел» стала студентка группы 2531 Ольга Пономаренко. Победу в номинации «Лучший профорг» получила студентка группы 2521 Виктория Борматова. А студент группы 3112 Юрий Хлопенюк стал лучшим деятелем правкома студентов НУК. Первое место в номинации «Лучший студент-спортсмен» занял студент группы 6341 Виталий Сивук. А лучшим деятелем в сфере благотворительности стала Оксана Поли, студентка группы 4421. Лучшей группой была выбрана группа 4271 факультета экологической и техногенной безопасности, а лучшим институтом – Институт компьютерных и инженерно-технологических наук. Первое место главной номинации «Лучший студент года» занял Сергей Тарасенко, студент группы 5281М. Праздничную атмосферу вечера обеспечили дэнс-студия «Атом» и команда КВН «Компас». Поздравляю всех победителей и желаем дальнейших успехов в их творческой деятельности!